Состоялось мероприятие в память о ветеране Великой Отечественной войны и противопожарной службы города Атырау Александре Погодаеве, в котором приняли участие сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям и представители Совета ветеранов. Собравшиеся возложили цветы у мемориальной доски в доме, где жил герой войны и труда. Подробнее в сюжете. Александр Погодаев родился 25 декабря 1924 года в семье рабочих. Учился в средней школе имени Ломоносова в городе Атырау. С 17 лет работал в разных отраслях народного хозяйства. Ушел на фронт в августе 1942 года, когда ему исполнилось 18 лет. Во время войны Погодаев получил 2 тяжелых и 3 легких ранения. За боевые подвиги награжден правительственными наградами, за победу над Германией, за боевые заслуги, а также орденом Красной Звезды. Мы приехали в дом, где жил Александр Погодаев, чтобы почтить память участника Великой Отечественной войны, ветерана противопожарной службы. Он работал руководителем большой структуры, был образцовым гражданином, трудолюбивым человеком, рассказывал молодежи о трудностях во время войны. Его боевые и трудовые подвиги, его достижения являются примером для последующих поколений. Собравшиеся почтили память Александра Погодаева минутой молчания, возложили цветы к мемориальной доске в доме, где жил ветеран. На мероприятии собрались его близкие и коллеги, те, кто знал его еще при жизни. Они поделились своими воспоминаниями. Личный состав департамента, то есть молодые сотрудники, а также ветераны, ветераны органов гражданской защиты сегодня собрались почтить память ветерана нашего органа противопожарной службы, а также участника Великой Отечественной войны Погодаева Александра Ивановича. В прошлом году, в 2020 году, при поддержке местных исполнительных органов, где проживал наш ветеран, была установлена мемориальная доска. На сегодняшний день эта мемориальная доска уже стала нашим святилищем. Сюда мы приходим во все праздники, отдаем дань уважения, потому что Александр Иванович очень большую часть своей жизни посвятил органам гражданской защиты именно Атырауской области. Ветеран, ушедший из жизни в возрасте 92 лет, неоднократно удостаивался государственных наград. Александр Погодаев навсегда останется в памяти потомков образцом настоящего мужества, героизма и бескорыстной любви к родной земле. Дамир Жарылхасын, Айбек Галымов, Жанар Сагынышкызы, телеканал Атырау.